профессор Капица. В 2008 году он сказал: Россия — страна идиотов, и умер. Ясно? Представляю, как он настрадался. Кто Капицу не знал? Передача самая популярная для умных людей. Был бы жив, может быть, и меня бы все-таки. Вот. Там сейчас есть этот самый научный канал. Там есть этот с бородой, не буду говорить фамилию. Он ведущий. Он то с одним, то с другим, то с профессором, то с этим. Я им отправляю книгу, пишу сопроводительную, что это феномен, подобного нет нигде. Вот вам эти самые диски, вот такие вот. Просто диски, а есть учебные диски. Это все надо срочно пропагандировать. И книгу, и все. И эту самую. И вторую книгу. Ну, хоть бы спасибо сказал, нам это не надо. Я посоветовался с профессорами, как академиками, они сказали, что все это херня. Вегетативной градации нет, и вообще ничего нет. Вот. И вообще у нас в стране фруктов хватает. Аж 10% отечества от импорта. Вот. Ну, а самое страшное, сейчас скажу, у нас времени мало осталось. Я еще одну большую тему оставлю, видимо, до следующего раза. Смотрите. Я вроде бы не согласен с Капицей по сыну идиотов, потому что мы с вами это точно не идиоты. Вот. Но они есть. Я пишу: эй, начальник, нужна цензура. Путин же приказал внедрить импортозамещение. Посмотрите, как его внедряют. Смотрите внимание. Тот же Углов Алексей, который вот этот самый переделал на терне нашу, эту, мою, испортил мою эту, венгерку. Вот. Он уже за это должен получить премию, так, 1100, чтобы отдал веточку науки. Смотрим. Он взял, приписал. А еще посмотрите на одно фото. Выскочила статья про прививки, а в ней фото прививки. Надо же так умудриться привить не с головой. Я когда посмотрел, да, вот это моя фотография. Это груша. Нет, это яблоня. Культурная. Культурным яблоком, запоминайте, диким яблоням груши не привается или плохо привается. Потерянное время, это учеба. А культурным яблоком привается. Вопрос на что? Я был молодой, тупой, извините, и я привил на плодовую ветку. Это плодовая ветка. Вот. Никогда она, и она может расти, только если выше отпилить. Но отпиливать я не собирался. Я на второй год получил 2 плода, на третий год 2 плода, на четвертый год 1 плод, на пятый год скелетная прививка погибла. Все. Почему я это говорю? Внимание. Это учеба, это жизнь. Плодовые ветки не годятся. Если бы просто, знаете как, вот допустим, я бы про это, про верх ногами бы ничего не написал, ну, или забыл, или потом бы написал. Вот. Даже я сам не такой уж наблюдательный. Ну, я бы, конечно, это глаза режет, да, что верх ногами привито. Ну, видите, почки как. Тут понятно. Я хотел вести тему о том, что вот она, плодовая ветка, что даже если бы привито было правильно, не верх ногами, а вниз ногами, так, все равно перспективы этой ветки нет. Это просто глупость. Это просто неопытный человек учит прививать. Вот. Но сейчас не в этом дело. Сейчас поймете. Допустим, это ошибка. Допустим, он был пьяный с бодуна. Да? Вот. А потом не просто был с бодуна, а потом еще взял и прикололся. Бывает же такое. Кто-то в первую эту фотографию создал, и она оказалась в интернете. Так? Может, это нарочно было сделано. Но вроде бы серьезно пишут. Яблони прививают любое время года. Это уже прикол. Глупость, конечно. Прививать-то можно в любое время, а получить результат. Но в каждом случае свои тонкости. Привить может яблоню садовод с любым опытом. Главное понимать, зачем это нужно и как к этому приготовиться. Я долго думал, смотрел. Вот, если человек... А это же из интернета. Это из этого... Из, как, ну, в общем, ясно, сетей. И вот, значит, я думал, ошибся он нарочно или нет. Вот сейчас мне начнет казаться нарочно. И когда я... Думаю, ну, одна фотография одна. Она может людям много испортить, людям это. А теперь возьмем другой край. А у людей есть, бывает, настолько наивные, кто скажет, а может, действительно надо почки сюда?
Может, в этом собака зарыта? Вот. И я взял и решил проверить, сколько в публикациях встречается она. Смотрите. Вот. И все эти сайты учат прививать. Вот. А учат как? Они, скорее всего, это один мог приколоться. Заметить или не заметить, или даже не заметить. Но после первого чека, сделавшего фотографию, смотрите, смотрите. Смотрите. И за персик принимает, и за что угодно принимает. Вот это, вы видели? Вы это видели? Вы это видели? Вот это и есть наша современная, которую я называю помойкой, наш интернет. Вот. И что получается? Получается, что Россия получается страна идиотов. В скобках. Читайте. Русиян. Понятно? Русиян. Секреты удачи привести. И тот, кто вот эти секреты, вот сейчас нажму, и там будет статья. Да, вот сейчас если нажму вот здесь. Но я не буду нажимать. Плохому учить. Но он, тот, кто размещает статью, он же не пишет там, что обязательно разверните, приведите вниз головой. Он просто сам не ведает, что творит. И вот этот вот есть тот самый уровень. И вот за это нас Капица и назвал страной идиотов. И когда Капица не стало, то, то сейчас там это. Помните этот самый его передача знаменитая? Во сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг. А сейчас сидит человек, который даже не это, спасибо не сказал за то, что я подарю книгу с, новым, эти, с новой технологией абсолютно. И диски, и диски, диски, диски избранные, все. Вот это есть. Так что получается, страна идиота. Вы понимаете, это самое. А вот, пожалуйста, снова Углов, снова Валерий Константинович, дополнение. Технологии все ваши. Посадка на бугры. Задернение, безгубительные обрезки. Вот так вот. Вот так вот. Ну и тут же, вот сейчас я могу нажать там на этот самый, на Яндекс, и высветится вот это вот, смотрите. И опять вранье. Узнаете, я вам еще там остановил, когда показывал фотографии. Вот. Вот эти вот. Вот она украденная. Одна из сотен. Вот. И не когда-то, а название какое у него сейчас. Агросимфонд, видите? Этот Агросимфонд торгует импортом 100%. Используя мою фотографию, вот эти плоды 80 грамм, используют эту фотографию для того, чтобы обмануть людей, и чтобы они ждали такого же. Вот так вот. Вот она страна идиотов. Если уж вот этот номер прошел везде, это сколько авторов даже не догадываются, что как должно, в какую сторону почки глядеть. Помните рисунки, это а пишут абрикос, а фотография, не фотография, а рисунок персика. Вот так вот. И все это, 500 рублей, за что? Чтобы она это... Так, ну с Яной мы уже поговорили.